Добрый день, друзья! Все мы хорошо знакомы с яблочным пирогом шарлоткой. Этот простой, но вкусный пирог многие годы не теряет своей популярности, так как готовится очень быстро из простых и доступных продуктов. И для приготовления шарлотки нам понадобится мука, яйца, сахар, соль, разрыхлитель, ванильный сахар или корица, яблоки. Точное количество ингредиентов я укажу в описании под видео. И начинаем мы из взбивания яиц с сахаром. Выливаю в чашу яйца, добавляю соль и перемешиваю. Затем в три этапа ввожу сахар и взбиваю на высоких оборотах миксера. Добавляю ванильный сахар. Яйца с сахаром нужно очень хорошо взбить, от этого зависит воздушность выпечки. Яичная масса увеличилась в размере, стала пышной, хорошо посветлела. Теперь перемешиваю муку с разрыхлителем и ввожу ее в два приема, аккуратно размешивая движениями от краев чаши к середине. Тесто готово. Оно получается нежным, лениво стекает ленточкой с лопатки. Отставляю его в сторону и подготавливаю форму. Дно выстилаю бумагой для выпечки. Стенки смазываю сливочным маслом. Помещаю тесто в форму и немного прокручиваю, чтобы оно равномерно распределилось. Далее очищаю яблоки от сердцевинок и нарезаю их пластинками толщиной в 0,5 сантиметра. Выкладываю яблоки в тесто довольно плотно. Всего мне понадобилось 3 средних яблока. Отправляю пирог в духовку, разогретую до 175 градусов на 35-40 минут. Шарлотка испеклась. Оставляю ее остывать на несколько минут. Затем присыпаю сахарной пудрой. Шарлотка хорошо поднялась, высота одинаковая по всему диаметру. Сам пирог очень пышный, внутри он мягкий, с рыхлым, не забитым мукой мякишем. Яблоки хорошо пропеклись и делают наш пирог еще ароматнее и вкуснее. Подают шарлотку как и в теплом, так и охлажденном виде, но зачастую съедается она еще теплой. Если видео было вам интересным и полезным, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик. Спасибо, что заглянули на мой канал. Скоро увидимся!